Здравствуйте, меня зовут Федор Красюк, и сегодня я хотел бы показать вам или рассмотреть с вами элемент, который называется подъем переворота. И сегодня изучать этот элемент мне поможет Виталий Шишкин. Посмотрим этот элемент на составляющие. Он состоит из двух фаз. Первая фаза — это подтягивание. А вторая фаза — это уже переворот за турник. Первая, вторая. Основой для этого элемента послужат, по сути, обычные подтягивания до подбородка. Следующая фаза, которая вам будет при достижении фазы подбородка, вы просто берете и поднимаете свое тело таким образом, дожимая себя до нужной точки. После того, как вы сделаете подтягивание, вы легким движением своего тела оказываетесь вот в таком положении. Если это движение получается у вас с трудом, то вам нужно делать упражнения на пресс или на силу рук. Опять же, это те же самые подтягивания. Или упражнение для пресса. Уголок, стульчик и заведение ног до турника. Если у вас возникают трудности при выполнении второй фазы, которая по сути не представляет собой ничего сложного, то, скорее всего, вам не хватает физических данных. Это исправить вам помогут следующие упражнения. То есть самые известные стандартные подтягивания. Также упражнение, которое поможет немного ощутить вам ваш пресс. Вы берете элементарно, повисаете на турнике и начинаете поднимать ноги, доводя их до угла 90 градусов. Вот таким образом. Тем самым качая широкую мышцу живота, именуемую прессом. Следуя вышеуказанным инструкциям, вы сможете без проблем выполнять этот элемент. И когда вы его освоите, вы поймете, что там не было ничего сложного. А пока качайтесь, тренируйтесь и смотрите мой канал на YouTube. Это был Федор Красюк. Пока.